Впервые Чебоксары стали одной из точек большого маршрута «Мус-Энерго-Тур». Несколько лет назад российские музыканты решили обратиться к опыту организации гастролей советских времен. Проще говоря, сесть в автобус и поехать из точки А в точку Б, давая концерты в городах и весях, попадающихся по пути. Состав коллективов, объединившихся под брендом «Мус-Энерго-Тур», неоднородный и непостоянный. Бывало, что на маршруте гастролерам присоединялись вдохновленные коллеги из разных городов. В Чебоксарах же выступают 19 современных музыкантов из Испании, Португалии, Швейцарии, Италии, Франции, Армении и, разумеется, России. К репертуару тоже нет. Проект демонстрирует актуальные направления и течение европейской музыкальной культуры. Арт-рок, этно-рок, этно-джаз, авангард, электронику в самых разнообразных комбинациях и импровизациях. В своих выступлениях музыканты используют необычную технику, звуковые инсталляции, этнические, как древние традиционные, так и современные музыкальные инструменты. Из Чебоксар музыканты отправятся в Самару, затем в Пермь, Тюмень и до Красноярска. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.